Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic. Меня зовут Николай, сегодня на обзоре у нас сиелка SPC-8M 2011 года выпуска, производство Румыния. Она в целом вся комплектная. Есть маркера двух сторон, бункера все на месте железные, прикатывающие катки тоже все на месте. Единственное, потребуется это замена 7 проводов, но это, кто знает, это расходник, поэтому ничего критичного нет. Да, есть места усиления незначительные, вот, ничего критичного нету. Рама ровная, то есть на основной раме все целое, если только вот на местах крепления. Вот можете наблюдать, то есть есть 7 провода, порвались они. Ну, было бы не уличное хранение, возможно бы они целые остались. А так, сиелка в достойном состоянии, друзья. Если так увидите, обращайтесь к нам. Покажем, расскажем. Всего доброго, до свидания.